Привет, мои дорогие. Вот мой друг приготовился к съемке. Да, борщик? Скажи. Скажи всем привет. Скажи всем привет. Мы сварили бульончик. Сейчас будем мяско отбирать, да? Борщунечко. Да, мяско отбирать. И купим, пойдем большую подставочку. Да, вот такой мой зайчик. Мой зайчик. Мой зайчик-поскакальчик. Борщунка. Ну, иди-ка, иди. Иди. Вот он, мой друг золотой. Мой золотой друг. Вот такой мой друг. Так, мои хорошие. Где наша тут эта палка, которая отваливается? Сейчас я ее поставлю. Рассказываю. Я сварила бульончик. Надоела мне вся еда. Я сварила бульончик с петушочка. Я в таком нарядике, смотрите. Опа. Вот такой карманчик у меня. Вот такая я. Вот такая. Вот она я. Привет. Сейчас пойду куплю большую подставку. Короче, там нету вставки телефона, вот как вставлять его. Но я придумала. Я вот эту селфи-палку привяжу к этому штативу. Сейчас я разберу этот. Ой, так на стульчике мне надоело, честно. Сяду на большой стул. Задолбалась. Маленький стульчик задолбал. Скорее куплю подставку, задолбал. Это так на секунду, а постоянно надоедает. Ой, борщик, я тебя не завалила. Так, вот я с вами сяду подальше. Нам нужно перебрать курочку и вернуть в бульончик. Хочу бульончика. Надоело все. Сейчас отберем это мяско. Ой, слушайте, вообще. Прям само снимается. Хрящики не надо. Слушайте, яблоки такие противные. Я их уже и почистила. И все равно лежат. Хотя вся полезность в шкурке. Все равно лежат на тарелке. Ой, такие противнючие. Так, мяско мы бросим назад в бульончик. Рассказываю. Подключила я свой телефон. Ну, а теперь же там не будет работать этот YouTube, надо скачать. А скачать нужно нам этот, карточка. Карточка нужна. Сейчас пойду, куплю карточку. Я получила пенсию. Сейчас пойду, куплю карточку. И куплю эту подставку. Если их не разобрали. И дома приду, попробую, как она высотой 2 метра. Короче, попробую привязать эту селфи-палку. Что у меня получится? Хочется, конечно, наверное, руками закрываю, да? Хочется, конечно, как-то поровнять сидеть, менять. Стульчики напрягают. Хороший петушок. Колечек, кокьеб. Напишите, как правильно его называть. Косточки обидим. Угу. Так, все, косточек нету. О, есть косточка, я говорю, нету. В общем, спешу я в этот магазин. Там все. И эти операторы мобильные. Магазин называется Красный Маркет. Там такой ширпотреб.
усяги. У меня не было денег тогда купить, и не было у меня мысли, как его прикрутить. А сейчас я дома посидела, и сегодня я придумала. Что можно шпалку прикрутить к этой подставке. И уже можно снимать стоя, сидеть на стуле, а то такое. Все боком, раком, что это такое? И сидишь вверх ногами, это не годится. Купим подставочку, она стоит 170. Сейчас пойду. Что мне предложат. Сегодня продавец будет мальчик. Он расскажет мне еще, что и как. Что и как. Дорогую я не хочу. За 800 рублей я не хочу. Когда это я верну эти деньги? А до 200 можно купить. Конечно, дети будут ругать, скажут, тратишь деньги. Тратишь деньги. Когда ты их вернешь. Боюсь, чтобы не обрызгаться. В общем, вот такой сегодня у меня план. План пойти купить подставочку, чтобы с вами классно было общаться. Я уже столько денег вложила. В канал. А толку пока мало. Что это такое? Вкусная курочка. О, сколько мяса. Во. Сейчас мы бросим назад в бульон, и будет класс. Ну все, это грудка. О, бросаем. Бросаем назад бульончик. Сейчас его насыплю, поем. Хочу горячего. Шкурку поела. Все, бульон. Назад брошу бульон. Это все. Вот так. Грудочку, все это мяски. Бульон. Вас не взяла с собой, потому что неудобно. Неудобно. Так, раздавила. Раз этот самый. Насыплю в тарелочку горяченького. Только-только выключила. Вот это ж разобрала это мяско. Все. Я уже иду с вами. Угу. Ручки сполосну. И иду. Ой. Кости в мусор, руки мыть. Кости в мусор, руки мыть. Все. Сейчас я уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
иду. Одну минутку. Вот она я. Я такую салфеточку этот самый приготовила. Руки вытирать, чтобы моими любимыми тряпками вам перед носом. Так, сейчас налью сюда. Ой. Вот, бульон. Так хочу с сухариком бульона вообще. Уже надоело все это мясо. Жареное. Хочется вареное. Вареного хочется. О, такой бульончик. И с сухариком. Сухарик полезный на поджелудочную. Все. Вот у меня есть сухарики. На воздушном шарике. В общем, вот такое сегодня у нас дело. Сейчас я собираю и выхожу. И притащу, она будет высокая. Я поставлю, и все будет видно. Перчик чувствуется. Красный перец я сыпала. Я надеюсь, что заработает телефон. Сделаем там приложение. И можно будет телефоном полазить по объявлениям, поспрашивать. Так, я не обрызгиваю себя. Ты шо? Такой бульончик классный. Горяченько. Как красиво борщик поет. Так, побегу в Красный Маркет. Что там у нас? Мальчик мне расскажет, этот новый продавец. Что там как? Хочу ж купить все-таки эту штуку. Вот думаю за нее. Можно палку прицепить, и все-таки 2 метра. Это ж не то, что я буду сидеть вот так, а буду ровненько сидеть, да? Вот такое дело. Яблоки фигня, не покупайте, невкусные. Только берите свои. Лежали в холодильнике, наверное, 2 недели, все равно они никакие. Я думала, они поспеют, а они нифига не спеют. Ой, супец хороший. Бульончик. Просто бульончик с мяском. В общем, вот такое дело. Ну что, пошла я. Пошла, приду, расскажу. Что я отхватила. Какую карточку купила. И попробуем с вами на телефоне, что там оно, фурычит, не фурычит, не знаю. Вот такое дело. Вот таком я сегодня прикидоне. Вот так, видите. Опа. Кушала мало. Мало кушала, живота нету. А когда много кушаешь, живот есть. Не, у меня еще сильно позвоночник болит, этот, грыжа в позвоночнике. И вот эти, как они,
протрузия и этот, сейчас скажу, круговая грыжа и остеопороз. А остеопороз, когда находишься, получается, что проваливаются позвоночники и живот вперед. Когда долго на ногах, получается, что выпадает живот, потому что остеопороз и круговая грыжа на пояснице. И оно, сядешь, принесу вкуснятину, сяду за стол, а не могу пожрать, потому что невозможно наклониться. Оно как рычаг, вперед-назад. Когда ходишь и несешь тяжести, а тяжести имеется в виду больше килограмма. Оно раз вперед, и живот выпал. Потом назад. Короче, жрать нельзя, таскать нельзя. То нельзя, но все можно. Все можно. У нас канал Инет без бед. Жизнь продолжается, у меня носить некому, давать некому. Так что вперед из песни. Вот такие дела. Потелепала я, потелепала. Пока пораньше, а то в 4 часа уже будет темно. Ну все, пока-пока. Потом придем с вами конфетки попробуем. Еще стоят эти же конфетки, мы не пробовали. Конфетки, еще он есть, это самое ситро. Это напиток. Напиток еще. Ну давайте, пока. Приду, расскажу. Все.